Это канал «Кухня Минимум Плюс». Затрат для приготовления будет минимум, а удовольствий – максимум. Здравствуйте, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами приготовим яично-кабачковые трубочки. Для приготовления яично-кабачковых трубочек нам понадобится кабачок, яйца, твердый сыр, майонез и укроп. Яйцо разбиваем в отдельную емкость, сыр натираем на крупную терку, кабачок натираем на мелкую терку, укроп мелко нарезаем. Для приготовления одной яично-кабачковой трубочки нам понадобится одно яйцо, столовая ложка мелко натертого кабачка и столовая ложка майонеза. Все соединяем и взбиваем вилкой буквально минуту-полторы. Все хорошо соединяется, миксер здесь не нужен. Яйцо, майонез, кабачок, все превращается в однородную смесь. Не забываем на этом этапе немножко присолить. Можно поперчить, это все по вкусу. Еще раз взбиваем. В это время нагревается сковорода, у меня чугунная, диаметром 15 сантиметров, на среднем огне. И вот эту смесь выливаем на сковородку. Жарится 1,5-2 минуты с каждой стороны. Получается такой не тоненький, а довольно такой толстенький блинчик. Вот он уже у нас пожарился. Мы его отправляем на тарелку. И пока он горячий, я сверху посыпаю тертым сыром. Хорошо, сыр начинает плавиться. И укропом. И пока горячий, закручиваю в трубочку. Сыр расплавляется и не дает трубочке развернуться. Пока наши трубочки горячие, еще сверху посыпаю тертым сыром и укропом. Вот какие трубочки у нас получились. Они получаются очень сочными, ароматными. Завтрак готов. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Видео выходит 2 раза в неделю. Будет много интересного. С вами была Наталья, и это «Кухня Минимум Плюс».